Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить «Растения против зомби 2» Моты Клис. Так, давай-ка посмотрим, чего сегодня будем проходить. Давай, наверное, какие-нибудь мини-игры рандомные проходим. Давно их не было, давно, очень давно. О, 30 конфет всего за один уровень. Нормально. Хотя конфеты нам уже и не нужны, но пускай будут. Чё? Чтобы лучше сражаться с зомби, нам нужно тренировать свой разум. Голос сел. Кошмар. Я подготовила набор головоломок, чтобы отточить ваше мастерство. Вам нужно аккуратно расставить эти мины, чтобы победить зомби на лужайке. А для убийства конуса голового требуется 2 мины, ведру потребуется 3. Вы также можете установить не более 2 мин на каждой полосе. Ой, это не судоку, а как его там? Некоторые полезные зомби будут запускать мины для вас. Если вам не удалось убить всех зомби, вы можете начать головоломку заново. В игре 8 испытаний, попробуйте пройти их все. Удачи. Не помню, как эта игра не судоку, а с цифрами. Забыл, короче. Так, походу понял смысл. Давай-ка еще раз попробуем. Кажется, разобрался. Все, тогда это не сложно. Просто надо быть повнимательнее и не ставить несколько мин в один ряд. Ну, более 2. Так, по-моему, так должно сработать, правильно? Да, хорошо. Ну, ладно, 2 попытки ушло чисто разобраться. Че, как тут делается? Фигня, ладно, нормально. Угу. Давай глянем, что там в следующем будет. И быстренько вот так все мини-игры. Ну, хотя сколько их тут? Если 60, мы их и так быстро не сделаем. Ну, так, посмотрим, сколько их тут всего. Так, ладно, как всегда, тренировочная попытка была. Просто ставим, смотрим, что будет. Хорошо. Сейчас поняли, один зомби остается. Значит, нужно его обязательно забрать. Соответственно, нужно будет просто чуть-чуть как-нибудь подвинуть картофельную мину. Чтобы его тоже задело. Все. Ну, так нормально. Так, попадаем. Раз, два, три. Это задевает, задевает. Конус. Раз, два, три. Попадаем. Здесь конус тоже забирает, да? Нет, но сверху не забирает. Так, ничего не упустил. Смотрим. Так. Главное, справа забрали. Хорошо. А то его пропустили. Ну, все. Да, это тоже легко. А, фух, это который идет. Хорошо, это тоже было легко. Смотрим следующее. Так, 3 ведра. Ну, значит, там концентрация картофельных мин должна быть большой, правильно? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. В любом случае идет. Это раз, два, три, раз, два, три. Это раз, два. А как с конусом тогда поступить? Допустим, это 2 взрыва идет, да? С ведром только 1 получается. Так, ну это обычно заденет. Чисто на ведро жалко тратить. Ну, вообще с первого раза. А то я 2-3 попытки трачу. На первой же подготовительной попытке просто вот так вот справились. Ай! Только сейчас заметил. У нас 3 картофельные мины в ряд стоит. Не туда нажал, что ли? А! Вот невнимательность моя, понимаешь? Просто невнимательность. Ладно. Надо просто чуть-чуть аккуратнее, все. Отлично, хорошо. Ну, блин, ну бывает, не знаю, торможу я что-то иногда. Бывает такое, ладно. Блин, 2 ведра опять вместе стоят, это очень плохо. 2 ведра вместе, это надо будет как-то мины расположить так, чтобы 2 задевало, да? Ладно, первый раз у нас все равно тренировочный, как обычно. Хм-хм-хм-хм-хм.
Так, ведро 3 задевает, конуса 2 тоже, здесь раз ведро, 2 ведро заденет. Правильно, но нам надо еще, чтобы третье как-то задевало, но это 3 сразу конуса идут. Но это плохо. Так, нет. Ну не то, что-то не то. Давай просто посмотрим, который у нас остается. Потому что лишнюю я вижу, что поставил. Так, у нас слева нижняя остается лишней, а справа наоборот не задели. Соответственно, нам надо по правой стороне что-то переместить куда-нибудь вверх по конусу, да? Так, ну то, что здесь отличный вариант, это 100%, мы больше никуда не сможем поставить. Ведра меня, конечно, смущают сильно. Это раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Снизу задевает, снизу. А это с этим что делать? Так, две, хорошо, в линию. И вот так, да? Так оно тогда задевает право верхнего, и три в линию нет. Смотрим. Ну и вроде должно сработать, да? А, сработало, нормально тоже. Угу. Блин. Когда-нибудь, может быть, к концу мини-игры я научусь не втыкать и не ставить три мини-игры. Ну, однажды я научусь не втыкать. Ну тогда, а как тут поставить? Это надо думать, чтобы в три в ряд не получилось. Ну, так в любом случае придется делать. Вот так, чтобы два конуса задеть тоже. Стоп, а в прошлый раз я как делал? Сейчас три в ряд не получается. Подожди, что? А как я только что ставил? Я только что поставил тогда. Блин, это, наверное, самое трудное тут, это запомнить, как ты только что ставил. Блин. Я забыл, видимо, и что-то не туда поставил. Ну и ладно, главное, что прошли. Так, ладно, это ведро заденет. Здесь только два раза ведро задевает, да? Внизу раз, два, два тоже, вместо трех. А, у нас тут еще и три стоит. Подожди. Давай эту выкопаем. И вот так три задевают, да? На ведро. Но нет, 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 нет. А тогда этого не достает. Да что ж такое-то, а? Ладно, тогда вот так надо в любом случае. Тогда с этой, наверное, что-то надо сделать, чтобы вот так шло, да? Хм, подожди. Тут раз, два. Но это три в ряд получается. Это плохо. Три в ряд нам не нужно в любом случае. Раз, два. Три. Бум-бум-бум. Хорошо. Бум-бум-бум-бум. Опа, нижнего тоже получается. А, самые нижние две. Так, справа. Так, три. Три, один. Один, один, один. Три, один. Так, ну вроде все получается, да? Надеюсь, нигде не провтыкал. Потому что расставить мины несложно. Сложно уследить, чтобы ты... Ага, не поставил три в ряд. Хорошо. Нормально. Ну как так-то, а? Значит, не туда поставил. Давай попробуем тогда поставить немного ниже. Так тогда должно сработать, правильно? Плюс три в ряд не получится. Три, 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 три. Хорошо.
Просто пониже надо было поставить, да? Да, просто пониже надо было. Ну, нормально все. Отлично. Я уже заколебался, сколько... О! Наконец-то! Наконец-то, запогрели. Здание, отлично, конфетки забираем. Опа. Ну, это, скорее всего, забрать просто приз, правильно? Потому что во второй кладке там в основном призовые вот такие вот моменты бывают. Да, это просто приз. Это прокачать картофельную мину, но мы знаем, что с прокачкой она становится сильно хуже, она уже не ваншотит даже... Не знаю, ведро точно, конус, скорее всего, даже не ваншотит. Оно нам не надо, это говнище лютое. Так, забираем мину, но чисто для коллекции и то, потому что нам надо было пройти. Зачем пиньята, если мы знаем, что там лежит? Ладно. Давай-ка глянем, что там по имитатору. 400 алмазов, сколько мне надо? 150 примерно. 250 тысяч, ну это дорого. У нас всего 150 тысяч. Да-да-да, но это не канает, ты чё? Дружок, дружок, пока мы без тебя останемся. Ну чё тут, и может за конфеты что-нибудь прикольное? А, не хватает. Ну ладно. А, серьезно, даже так? Нет, тебя мы точно покупать не будем. Ну и ладно. Значит, конфеты нам не сильно нужны. Возможно, они потом превратятся в алмазы, когда мы эти растения все откроем. А пока что на этом все. Может, подписаться на канал, чтобы увидеть следующую серию. Также все ссылки в описании, и скоро увидимся. Привет, я Тарьяти, сегодня мы с тобой продолжаем проходить растения против зомби 2, Мотоклис. Так, давай-ка сегодня тоже по каким-то мини-играм посидим, потому что в прошлый раз не очень-то получилось по мини-играм посидеть. Напоролись на какое-то минное поле. Даже не понял. Мы же это проходили. Но сейчас здесь конфет, значит, что-то другое, не понял. Но название, по-моему, то же самое. Не понял. Если вам нужно освежить в памяти, как это работает. Вам нужно аккуратно расставить эти мины, чтобы победить зомби на лужайке. Для убийства конусоголового требуется 2 мины, в ведро требуется 3. Вы также можете установить не более 2 мин на каждой полосе. Так, ну это мы все читали. Некоторые, да-да-да, будут запускать мины для вас. Мы это все вчера читали, я не понял. Убить всех, перезапустить головоломку, да-да-да, это мы тоже читали, не понял. Что за приколы? Ладно, короче, понятно. Эти те же самые головоломки, только, я так понимаю, хард-версия. В целом, они тоже несложные. Блин, тогда предыдущий выпуск... Я тогда с этим, наверное, объединю и выпущу чисто по... Ну да, я хотел прошлый выпуск выпустить отдельным, как... минное поле. Ну, чисто минное поле, все, чтобы ты не искал в других уровнях, где это, если вдруг на какой-то головоломке застрянешь. Ну ладно, тогда я это объединю с прошлой частью, а то прошлая супер короткая выходит. Я ее почти выложил уже. Ну, не сильно-то оно хард прям. Я бы не сказал, что прям сильно сложнее, чуть-чуть. Ну, прошлый раз сколько? Мы 2-3 попытки тратим, сейчас 3-4. Не знаю, ну сколько? Минуты, полторы, две в прошлый раз, сейчас... Ну, 2-3. Это не сильно-то сложно. Блин, это, скорее всего, будет еще и третий этап. Это тогда 3 объединю. Ну, видео все равно коротенькое, блин. Все равно выпускать такое... Ну, все равно бы выпустил, но что поделать. Тогда придется это все сейчас пройти. Ладно. С другой стороны, что поделать, правильно. А, это тот... Блин, это та же самая локация, значит, тут тоже будет 8, да? Я надеялся, оно отдельным будет. Это уже начинает раз... Три раза подряд не... Просто мимо, случайно нажал мин. Ну, как так? Что ж такое? Нет, 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 стоп. Вот так вот, все. То сейчас опять. В первый раз почти получилось. Блядь, 3 было в ряд. Поспешил во второй, третий, четвертый раз. Просто спешу уже по-быстрому поставить. Нет, это давай сменим тоже наверх. Все. А то что-то спешу.
Душа, реально, я заколебался в них сидеть. Да, это в целом недолго, по 3-4 минуты. Но однообразные вот эти миссии, они уже, ну, запарили. Бенс, хорошо, это мы тоже быстренько все прошли, замечательно, давай дальше. Давай. Блин, опять третья, да вы чё? Да ты чё? Ты меня выбеси сейчас. Чё за хрень, почему? Бабам. Нет, подожди. Сейчас опять третий выходит в ряд. Да нас предыдущими мини-играми приучил уже, как надо ставить их. И мы теперь привыкли. Теперь сложно думать по-другому. И куда теперь-то ставить надо? Ну, смотри, это выносит две. Бам-бам. Бам-бам. Бам-бам-бам. 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 Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Бам-б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 ам. Все идеально, но вот одна мина лишняя, просто третий в ряд выходит. Еще не могу отделаться, что это просто собачьи члены из земли торчат, кошмар. Вот куда третью поставить? Но она вообще не вписывается никак. Но если выше поставить, то до левого крайнего не достаешь. Вот я понимаю, что, скорее всего, если слева проблемы... Если слева не получается, то, скорее всего, проблемы с правой стороны. Но тяжело отделаться, что конкретно с правой не так. Но зомбак, судя по всему, нижний. Прям вообще лишний, да? Там мы можем мину, допустим, просто выкопать. Даже если мы выкопаем, ну, допустим, куда мы можем ее поставить? Но она с остальной, это все идеально сходится. Но проблема по центру. А справа снизу даже если выкопаем, у нас, допустим, одна лишняя мина будет. И что с этим делать? В целом, как будто ее по левую сторону можно будет поставить. Но тогда с этими тремя надо будет как-то отрегулировать. Как же спать хочется. Так что-то голова уже вообще не варит. Подожди. Вот это самый сложный уровень из всех предыдущих. Это самый сложный. Причем нереально, непропорционально сложный. Все остальные мы просто как орешки щелкали. Ну, проблема была, да, поставили... Не туда картофельную мину тут бывало. А вот здесь я прям даже не знаю, на что поменять ее. Вот смотри. На нас в любом случае конусы должны две задевать, да? И по центру не убрать. Потому что даже если бы по центру убрали, вниз перенесли бы. И вверх, но это все равно вверху, это 3 получается. Чуть выше даже, если перенесем, это тогда конус второй. Нет, я тебе говорю, вот эту стопудово надо выкапывать и куда-то в левую сторону переносить. Но! Куда? Допустим, вот так вот, если поменяем, и эту... Вниз поставим. Тогда вроде как задевает, правильно? Бам-бам, бам-бам, бам-бам. Бам-бам, бам-бам. Бам-бам, бам-бам. Вот смущает меня, конечно, конус по центру. Ой. Вроде как должно, да, сработать? Просто это немножко напрягает. Один раз по центру мина сработала, но она на 3 на 3 клетки не сработала. Все хорошо. Меня это смутило. Один раз она не сработала, я прям чуть-чуть очканул. Ну все, получилось, капец. Ну вот это тут...
Это сколько? Мы минут 5, наверное, потратили. Не понял. В смысле, все. Мини-гейм, но мини-гейм это не то уже, да? Не понял. Вспомнить бы, куда мы стали. Блять, нахер я вышел. Куда мы ставили хоть сейчас? Так, ну я помню, сейчас подвох было по левой стороне. Значит, здесь ставим прямо наугад и тыкаем, как обычно. Хочу сказать, что админ тут... Ну, вот эти мини-игры прям постарался. Он смог сделать направляющие нам, как нам стоит ставить. Приучил нас к этому, а сейчас резко сменился. Ну, здесь хорош, хорош. Но здесь только похвалить могу. Так, ну здесь мы хорошо, так и делали. Давай следующее. А, подожди, это не я вышел, это оно вырубилось? А, ну тогда все получается. Подожди, а как 4-то всего выходит? Ну, как будто бы это логично, что завершать такой сложный уровень. Возможно, потом еще откроется. Ладно, на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы не вести следующей серии. Также есть ссылки в описании. И скоро увидимся.